мы решили устроить смертельный челлендж. Мне нужен личный водитель для броневика. Как только нас заметит полиция, я активирую таймер. И с этого момента водитель будет получать 2 миллиона долларов за каждую минуту. Ему запрещено покидать черты главного города и выходить из машины при любых условиях. Сколько он сможет заработать, зависит только от его навыков самосохранения. Погнали! Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Топливо, все в порядке? Все в порядке. Все, начинаем? Короче, бюджет 40, начинаем. Да? Каждая минута плюс 2 битка будет после контакта. Все, назад! Все, увидели. Стартуй таймер. Да, увидели, они выехали. Открыли ворота? Все, включают. Да, подожди, да. Стой, нет. Отключай! Нет, стой! Они там РПГ-то тут не работают. Это тебе. Да. О, так, видели? Да увидели, конечно. Все, включил таймер. Так, есть комп, все, еду. Даже поворачивай почаще, пожалуйста. А прикинь, каждую секунду тебе бы по миллиону, блин, было. По кругу будешь кататься, что ли? Не, у меня другой план. Саня, деньги зарабатывать, не мешай. Ну, они даже на плане дали еще пока. Я, пожалуй, еду в эту Саня. Саша, налево. Да куда ты, направо, налево? Саня, 30 секунд прошло. Ты даже минуты не продержался, нас сейчас убьют. Он сказал, что знает как, подожди, нормально. Нас вырежут. Ты масли хотя бы, знай. Не надо, взлетит еще нахрен. Какая разница, направо, пробей. Так. Ну не старый, Саша, нам самый миллиардер. Налево, Саня. Налево. Хорош, Саша. 55 секунд. Саша, это был гибер. А знаешь что? Все, одна минута есть, два битка ты заработал. О, два битка, Саша. Давай, еще одну минуту, пожалуйста. Ты что? Ты куда? Хорош, Саша, он же плавает. Ну, ненадолго, они сейчас это, они этим воспользуются. Чего они сделают? Он спин вообще не шьется. Ну, почему? Не, мы сейчас на дно пойдем, чувак. Это плохая идея. Да. Когда я... Пошли нахуй, лохи. Не, Саня, давай обратно, ты из ковала уходишь, это не по правилам. Нет, он не выйдет из ковала. Ну, далеко не... Короче, смотри, 100 метров от берега нельзя. Они, может, РПГ сейчас возьмут? Возьмут, они сейчас чуть пожестче возьмут. Ты слышишь, что за 100 метров от берега, блядь? Ой, блин. Ты, конечно, киберспортсмен, объективно. Мы на дно сейчас пойдем, если они что-то взорвут, блин. Да не взорвут они. Чего они взорвут? Вон уже подняли какой-то вертолет. Да пусть хоть поднимают. Так, две минуты есть, 4 битка. 4 битка, заебись. 4 битка, Саня. О, не гастай. Чем твой план заключен? Где гаста? Ага. Дымы. Как это сделать? Дымы откинь. Откинь. Хорош, хорош. Саня, давай послушай лучше. Да, это тупая идея, на дно пойти. Сколько минут еще? Сколько минут уже? 2:30. Они шьют, Саша. О, 2:30, Саша, давай, 3 минуты. Хотя бы, Саша. Нормально, Саша. И... Мансур, с пулемета Мансур. Работают. Я Мансур ищи. Не, ну колеса выбиты, все, и мы никуда уже не поедем, наверное. Хотя еще нормально. Давай. 2:53, 2:54, 2:55. 3 минуты есть. 6 биткоинов у тебя. О, хорош, да. Хорош, киберсковод. Ой, какое течение, за что? А, блин, попадают. Нормально. Это же стрибер. Саша, ну это же стрибер, почему? Почему нас щит, если... Так, а если меня выбьют, то интересно, таймер будет останавливаться или нет? Нет, не будет. Если его выбьют, то... Просто я же ничего не буду по факту видеть, что вы там делаете. Поэтому, наверное, да, Саня. Придется останавливаться. Ой, если, да, если... Все, таймер стоп. А, все. 3:30. Опа. Это нет? Не падай. Опа. Да. О, так, ну они пока стоят. Куда? Ну прямо на них. Ты что, сумасшедший, что ли? Все, таймер включил. По-любому контакт. Так, ну короче, давай. Держись как-нибудь тут. 5 минут и 2. Только там от...
не врежься в какие-нибудь камни там. Это что было? Серьезно? Серьезно? Нормально. Да, он куда ты там не проедешь? Бог так шьется хорошо, бог так хорошо шьется просто. Ты ж не проедешь, ты куда поехал, ёпта? Да, он же не едет, валуй. Не, мы в жопе. Значит, надо чел, сдаваться. Чел, ты куда едешь, блин? Назад надо ехать. А мы не проедем. Да. Гений, ты просто гений. Хорош. И... они, короче... Так, 55 секунд. Минута есть, минута есть. И что теперь делать? Да ладно, я считаю. А не, мы едем дальше. Да, все, я включил таймер. Включил, включил, все. Давай, едь, едь, едь. 10 секунд только. Живой? Требы дали, можешь стрелять по мне. Я включил, 20 секунд идет. Блин. 30 секунд продержался. Знаешь, как бы это смешно не звучало, но мне кажется, самое лучшее место это как раз в городе. За домами маневрировать. Не-не-не-не. Потому что в поле они тебя расстреляют, мне кажется, очень просто. А? 50 секунд. Так, ты уходишь за границу города, правее. Че? Вот эта дорога, это. Вот эта дорога это граница. А, я еду? Да, вот так, все, просто ты я смотрю. Да. Не, таймер включил, все хорошо. Минута есть, все, два биткоина у тебя уже что-то есть. А это кто? Это полиция вот эта в додже? Нет, дурак какой-то. ФБР, может, какой-то. Так, и куда они делись? Их расхерачили всех? Минута 30. Это твои все в машине? Нет, нет. В двух? Нет. То есть вообще никого не знаешь? О, о, бля, шипы! Это почти. Так. Минута 55, так. Минут 58, 59. Еду, еду, бля, там бля, шипы пытаются ставить. Так, все, 4 биткоина у тебя в кармане, считай. Да я знаю. Опа. Лошара, блин. Да, да, убейте эту хуйню. Не знаю, кто это. Погоня была, против. Или я сейчас сам вызову, убью, блядь. Не-не-не, выходить ты не можешь. 2:30. Слева полиция. 2:40. Слева. Я кого говорю? Нормально. Так, еще чуть-чуть до трешки. Три минуты. Уже, походу, уже по нам попадают. Что такое? Я не могу выходить с ковалы, выходить не могу. Да мы даже не в ковале, мы на окраине где-то. В смысле район. Хочешь в супер игру поиграть? Давай, чё? Тройной тариф, но центр города будет. Не-не-не-не. Центр я имею в виду там, где дома, то есть не здесь по поселку. То есть не плюс 2 в минуту, а плюс 3 будет в минуту с этого момента, если ты заезжаешь туда. Как тебе такое? Никого нету.
Нет, я не хочу его. Ну как хочешь. 3.55. 4. Он со мной рядом сидит, ты чё? Чё-то гонят уже, чё это на 5. Слушай, по мне попали, походу, как-то даже. Копы, копы сзади. Блядь. 4.15. Так, ну... Ладно, исключение, можешь выйти перевернуть сейчас, когда будет спокойно. Так уж и быть. 4.35. Рекорд. Не, рекорд 6. Ладно, больше будет. Ты готов, бабки, сухо? Да легко вообще. У тебя стекол нет в машине уже. Прикройте, починить надо. Чинить нельзя, все, это было исключение. Да? Подожди, эй, куда ты поехал из города? Ну-ка давай направо, прям, мы так не договаривались. По полям я тоже убью. Давай в сторону города куда-нибудь. Ёпта, Гасту подняли. Да, я знаю, что делать. Так, на пятую, сейчас пошла пятая минута, ты стоял на пятую минуту. Так и надо было делать в начале, блин, конечно. 5.25. Это уже 10 биткоинов у тебя. Они разделили. Я их вообще не вижу, слушай. Они где-то там позади. Нет, попадают, слушай. 5.40. Что они делают? Ты главное двигайся все время, не останавливайся. 5.50. Шестая минута пошла. Нормально. Давно ты как там? Забей. Ты там как по состоянию живой вообще? Надо было больше проталаны купить. Опа. Главное перед ком не подставляться, там стекол нет вообще, походу. Или есть? Ну-ка посмотрим. Нет, не знаю. Уже все нормально. А, ты. Это можно все? Так, мне кто-то пишет, что по мне стреляют. 6.48. Короче, 2 минуты, мы выбиваем Гасту. Чё с колесами? Она едет еще машина? Нормально? Давай за первый президент выезжает вроде. Потом же. Седьмая минута. Не, мы никуда не выезжаем, в смысле? За. Куда я за? Уже выиграл, ну, мы продолжаем дальше. Ты можешь остановиться, если хочешь, конечно. Если ты выйдешь из машины, я остановлю таймер. Или покинешь город. Ты куда едешь? Хорошо. Я выиграл. Хорошо. Все. Смотри, если ты сейчас пересекаешь черту, я останавливаю таймер, ты получаешь только сколько ты получил. Или ты продолжаешь? Я сковал его вообще. Окей. Сейчас пересечешь черту, я выключу таймер. Все рано. Так. Раз. Я могу. Сейчас где ты? Вот перекресток, я могу выключить. Ты можешь продолжить, если хочешь. Я все могу. Давай. 7.55. Да. Так. Все, покидаешь? Да, покидай, давайте это. Бейте его. Так. 8.08. Остановил таймер. 8 умножаем на 2, 16 биткоинов ты заработал. Теперь даже ее выбраться отсюда. Ну вот как-то так, дамы и господа, у нас получилось. Было достаточно интересно. Различные результаты, погони, перестрелки и все тому подобное. В общем, возможно, повторим что-то подобное в недалеком будущем. Немного доделаем, доработаем идею. Ну, в общем, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Как-то так, дамы и господа. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Увидимся с вами в следующий раз. Всем удачи, всем пока.